То, что я сейчас делаю, не повторять ни в коем случае. Вы получите максимальный патруль, вас заблокируют вообще везде. В подъезде на вас будут смотреть как на чужого. Потому что вы получите патруль, вы получите бан, вы получите все, что можно в этой игре. Смотрите, кидаем смок. И смотрите, смока нет. Как-то так. Мы заходим поближе, и он появляется. Ни с какой стороны его не видно. Я говорю сразу. Я все, что сделал, это переименовал файл. Ничего нового, ничего старого. Просто переименовал файл. И CSGO с миллиардным оборотом решила такое оставить. Это люди заметили на этой неделе, но это существовало очень долго. И я надеюсь, что это мессендж, Valve. Исправляйте это. Ролик специально для вас. Я вам даю один день на исправление, Valve. Без шуток. Я не знаю, на Reddit тебя публикуют или нет, потому что ролик MoreGames, ролик Твика, он не помог. Valve, fix it, please. На самом деле, мне просто очень интересно, сколько времени мне понадобится играть с читами. Ну, по сути, это чит. Чтобы меня бы забанили на Сабершоке. Аккаунт не мой, аккаунт моего монтажера, поэтому посмотрим. О, смог. Хе-хе-хе-хе. Ха-ха! Смоку, говорит. Ну что, Сабершок, давайте. Дайте мне скин, гребаный. Подкрутки где? Нет, отвечаю. Апдаун. Спрыгнул. Апдаун, 50 хп. Ай! Они... Мне никто не файлит, что с щитом. Флэш дал. Убил? Танцпол без головы, Нэйс. А, нет. Mm-hmm. Красавчик. Красавчик, говорят. Флэш мид. Нихуя ты. Премиум что-то. Я ж не шла. Тоннель. Мы проиграли этот раунд, серьезно? Премиум, ты просто крейзи. Премиум, ты просто крейзи. Он меня называет премиумом. Есть смог на шорте или нет? Он, что, а, да, был. Да ведь давайте меня, господи! Я автоконченная. Еще Сити 9, Сити 9. Класс 9, отпустился уже, наверное. Фух, как это было красиво, без щитов, кстати. Можете смог кинуть на шорт. Можно кикнуть дрозда? С щитом гонять. Фак, я эти киллы делаю без щитов. Это по кайфу. Это очень приятно. То, дрозд, реальный дрозд. Ты что делаешь? А почему вы меня не репортите? Я же с щитом играю, вы что, рофлите? Да нахуй там. Ты играешь в пазе с читером, молодой человек. Так, на фейс, не на фейс ты же. Да кинь, так, я сижу здесь, играю с тобой, с читами. Ты чё, мне вообще поебать, я на рофле тут играю. Ты просто ну кидаешь всё, тикет, отстань, его забанят. Отстань от меня. Кто ты ко мне прикопался? Выкинь на меня тикет. Надо? Ну да, надо. Зачем? Я с читом бегаю, а вы не репортите меня. Как ты бегаешь с читом, если там тичит есть? Ну у меня, я смоки все вижу. А, так это баг, лол. Ну это чит. Тёмка, это хп. Ребят, слышите? Да. Выкинули на меня тикет? Я с щитом бегаю, вы не кидайте на меня тикет, адекватно? Чё за дело? Ну тикет нужно прописывать, когда видите читера. Я с ВХ ходил. Я с ВХ был. Ну хорошо, сейчас пропишем тикет. Ладно, на этом сервере я мало делал фрагов, поэтому надо поменять. Ну там флешка есть. О, они разговорщики. Они разговорщики. Они сказали, плохо играю. Все, F, я на тебя кинул тикет. Наконец-то! Наконец-то тикет! Да ничего за фигня. У него смоки не прогружаются, гор. У кого? У Дани. Он так типа сразу кидайте тикет на него, на него тикет сразу кидайте. Обязательно, обязательно, киньте репорт всех. Тикет пропишите на этого человека. Кому? Тикет пропишите на этого бага-юзера.
Скиньте его никнейм. О, шок! Шок, ой, сразу шок. Где шок? Не-не, похоже голос, я не шок, ребят. Так кто там у нас? Кто у нас богоюз? Давайте тикет фигачим. Кто богоюзер здесь? Второе место. Это шок, у него в друзьях есть шок. Ты задолбал реально багом юзуса. Тикет пиши, тут сразу админы приходят, рубят. Тикет на шока пиши, блядь, нахуй. Да, тикет. Сейчас я сделаю очень интересную вещь. Я сделаю этот баг на версии CSGO 2012 года. Давайте проверять. А шанс есть того, что сейчас запустится. Они за 8 лет, они с самого создания игры, может быть, не убрали этот баг. С самого создания игры. Так, игра не запустилась. Проверяю еще раз. А, сейчас запустилась. Ладно, я уже думал, что Гейб красавчик. Заходим на сервер CSGO 2012 года. Я обещал, я это сделал. И сейчас кинем смог. Старый баг это или новый? Ой, давайте проверять. Так, и... Смог. И... У меня почему-то... Сейчас мы увидим в киллфиде просто минус 6. Это новый баг. То есть для Valve это по сути не новость, и они должны просто повторить то, что сделали с этой версии CSGO, с новой. Если что, этот ролик снят только для того, чтобы показать, что это такое существует, и это надо фиксить. Если два ролика не помогли, я надеюсь, то, что этот ролик соберет больше просмотров, он поднимет шумиху, и Valve быстрее на это обратят внимание свое, которое вообще не работает. И это пофиксят. Я очень на это надеюсь. Никогда это не делайте. Если вас забанят, вы получите патруль, и потом не говорите, что вы играли без читов. Это чит. Вы забанитесь по факту. Будьте аккуратнее, патруль вас ловит сразу, как только увидите демку. С тобой был я, Шок, и не забудь подписаться на этот канал. Совсем скоро у нас 8 миллионов, поэтому давайте быстрее приближаться к этой сумме. Всем пока. We'll be right back.